В Аральском районе прошла выставка продукции местных товаропроизводителей. В мероприятии приняли участие более 40 предпринимателей. Аральские предприниматели отдают приоритет производству мясной и молочной продукции, кондитерских изделий и полуфабрикатов, а также строительных материалов. Шарбану Мамытова начала свое дело благодаря государственному гранту. Многодетная женщина производит колбасы. Все колбасы из конины и говядины. На данный момент работу обеспечивают 2 человек. На экологически чистый халал-продукт спрос большой. Гульнара Нафияева возрождает забытые национальные искусства. Изготавливает аксессуары для казахской юрты. Особый интерес к изделиям ручной работы проявляют иностранцы. С выставкой мы ездили не только по Казахстану, но и за границей. В России были в Екатеринбурге. Хочу передавать свои знания и умения молодым, чтобы не было забыто это искусство. Благодаря господдержке в районе растет количество предпринимателей. На сегодня зарегистрировано свыше 6 тысяч субъектов. Это по сравнению с прошлым годом больше почти на 9%. Со стороны государства оказывается всемерная поддержка тем, кто хочет работать. Сначала безвозвратный грант составлял 550 тысяч тенге, потом 1 250 000, сейчас 1 380 000 тенге. При поддержке главы государства реализуется очень хорошая программа кредитования под 2,5% на 7 лет. На ярмарке была выражена благодарность бизнес-сообществу за вклад в развитие предпринимательства, насыщение рынка товарами, создание новых рабочих мест. Лимар Иргибаева, Кымжан Жолтаев, Рамазан Жусупек, Дархан Тухсид, телеканал Кызылорда.